Друзья, всем привет! Предлагаем вашему вниманию цикл небольших видео, в которых мы будем разбирать основные ошибки тренажеров. И начать я предлагаю с беговой дорожки прикор. Практически каждый тренажер при неисправности на дисплее выдает ошибку. По этой ошибке вы можете определить причину или узел неисправности и осуществить ремонт, уже отталкиваясь от этого. Компания Precor сделала список универсальных ошибок, их примерно около 78. Со всеми вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте. Мы их перевели специально на русский язык, чтобы вам было удобнее. А сегодня я предлагаю рассмотреть такую ошибку, как ошибка 28. На что стоит обратить внимание и что делать, дабы эта ошибка исчезла. Что в нашем случае говорит производитель? Пункт 1. Забит нижний вентилятор охлаждения ПСА. Пункт 2. Вентилятор охлаждения нижней ПСА не работает. Третий пункт. Износ бегового полотна или деки. Четвертый пункт. Неисправность нижней ПСА. Пятый пункт. Двигатель размагничен. Пробой или замыкание обмотки двигателя. Некоторые ошибки, будем их называть критические, в принципе не дают запустить тренажер и спокойно на нем заниматься. Но есть ошибки, которые появляются на экране и тренажер при этом работает. Но это не значит, что можно попросту забить на эту ошибку и дальше заниматься, так как это может привести к серьезным последствиям и выходу из строя вашего тренажера. В данном случае частотного преобразователя, который стоит далеко не дешево. И в нашем случае это как раз первый пункт. Снимаем нижнюю ПСА. Разбираем вентилятор, чистим его от пыли и грязи и собираем в обратном порядке. Вентилятор запустился и ошибка у нас пропала. Как видите, в этом ремонте нет ничего сложного. Достаточно потратить всего 5-10 минут своего времени и ваша дорожка будет работать исправно. Но опять-таки, если проигнорировать эту ошибку, нижняя плата управления просто сгорит от перегрева. Не доводите до этого. Подписывайтесь на наш канал, на Instagram, и мы будем выкладывать более интересные видео в ближайшее время. Делаем спорт вместе.